Дисклеймер. Данное видео не несет никакого призыва к действию. Все действия в видео были выполнены профессионалами. Всем приятного просмотра. Ну что, всем привет, новый обзор. Сегодня у нас обзор на Молотов 411ЕМ. Вот с таким вот я уже перцы, к сожалению, пропитал, но, к сожалению, не заснял, извините. Ну что, сегодня попробуем потегать, посмотрим, как он пишет по разным поверхностям и стоит ли он своих денег. Ну что, погнали. Так, сейчас то, наверное, чего ждали многие. Так, там вроде бы никого нету. Сейчас будут бегать на вагоне. Так, вот такое перо. С другой стороны, походу, есть кто-то. Ну ладно, я буду тут. Оу. Что, в темноте светится, что ли? Походу.
Сука, крапивы жалился. Больно. Вот мой первый кусок. Вон еще один мой. Там вот знак. Давай сюда. Во, вот он. Все, сейчас вот тут можно будет на нем тегнуть. Ой, ё-моё. Ребята, забрался чуть повыше, тут вот такой вот столик лежит. Сейчас я возьму тоже. Я вижу знак. Тут опять уже Сайракс побывал. Сейчас еще раз вот здесь вот тегну. Теперь я. Аккуратно в окно пали, смотри. Уже поздно как-то, пошли уже домой. Пошли лучше сначала мы знак спиздим, потом домой. Зачем он нам нужен? Просто чтобы мама сказала, зачем ты принял знак, а мы скажем, просто мы его спиздили.